Процедура отбора кандидатов началась 16 января этого года. Документы на участие в конкурсе подали 8 претендентов. Это представители учреждений культуры из Новосибирска, Москвы, Волгоградской и Омской области. Также заявились несколько кандидатов из города Петропавловска-Камчатского. Претендентам было дано 2 месяца на подготовку творческих проектов. Затем конкурсная комиссия изучала предоставленные проекты, провела тестирование, собеседование с кандидатами на должность художественного руководителя Камчатского театра драмы и комедии. Максимальную поддержку участников комиссии получил проект Анжия Неупокоева, который в настоящее время занимает должность художественного руководителя Омского государственного северного драматического театра имени Михаила Александровича Ульянова. Победитель конкурсного отбора был определен по итогам открытого голосования простым большинством голосов. За Анжия Неупокоева проголосовали 9 человек, против и воздержавшихся не было.